Мирнинцы также отмечают Масленицу народными гуляниями. Как проходит празднество в Алмазном крае, смотрите в материале наших коллег. Поесть на свежем воздухе шашлык, выпить горячего чая и посмотреть концерт казачьего ансамбля. Мирнинцы отметили народными гуляниями Масленицу. Для гостей и жителей Алмазной столицы приготовили хороводы, битву на подушках и перетягивание каната. Масленицу отмечают всю неделю перед Великим постом. Гулять принято широко. На центральной площади Мирного собрались сотни детей и взрослых. Масленица – тот самый праздник, который с веками не изменился. Блины, хороводы, бои подушками. В Мирном праздник народными гуляниями отмечают во второй раз. Первая Масленица у нас проходила в 2017 году, мы проводили в парке, но более как-то локально проводилась. А в этом году решили более масштабно на площади провести, ну, для того, чтобы еще было интересно. Большинство дети в основном любят развлекаться и так далее, но поэтому решили все русские народные охватить, да, русские народные такие подвижные игры. Организаторы управления спорта, культуры города и культурно-спортивный комплекс охватили забавами всю площадь. Здесь и кидание валенков, попадание в цель, уличная еда. Традиционного обряда сожжения чучела масленицы на площади не было, но этим праздник не испортился. Мирнинцев удивило, что главного символа масленицы, чучела, не было. Но организаторы спешат успокоить. Она обязательно будет на проводах зимы 14 апреля в городском парке. Анна Винокурова, Александр Еремин, медиакомпания «Алмазный край».